Всем всего доброго, всем привет, с вами канал Стас Кобальт, это Стас Кобальт. В общем, по марафону буду говорить. В общем, марафон, в принципе, неплохой. Что надо сказать, что здесь какие-то есть свои нюансы, свои какие-то подводные камни, сейчас буду говорить. Вот, ну, первое, значит, что они, значит, что-то накрутили здесь, потому что я на любой технике играю и не могу вывести ни бой, ничего, в отличие вот от этого боя до марафона я играл. Сейчас буду, сделаю здесь 5 фрагов на ОИ. Также выложил на ИС-3, сделал мастера, но не записал там. Также выложу в конце, что мастера сделал, 400 по хп нанес. Ну, это вот во время как раз таки марафона. Но это первые дни, там первые задания, они были в принципе легко выполнимы. Первые две задачи. Потом следующая была там по двум фрагам. Вот это была не очень такая задачка. И еще потом было 850 чистого опыта, и вот следующая была попроще. Тоже я там все сделал на определенной технике, на определенном уровне, поэтому как бы тоже не, я бы не сказал, что я там прям легко это сделал. Первые две, да, легко сделал, потом не очень. Люди писали в чат, жаловались, что до 4 часов ночи кто-то там сидел, выполнял, в 10 часов на работу, вот, и не могли люди сделать, не понимая, что от них это мало что зависит, потому что накрутили так, что, допустим, у меня вообще техника, она, во-первых, еле ездит, а во-вторых, снаряд не летит, или снаряд медленно летит, и снаряд не летит в цель. Почему, фиг знает. И куча непробитий, и куча не этих попаданий, куча, то есть пробил, не пробил. То есть в основном не пробил. Пробитие редко, а попадание и непробитие часто. Криты летят очень часто. То есть криты до этого так не летели. Сейчас криты просто критуют, критуют, и все. И в общем, короче говоря, вот этот марафон кому-то и не марафон, кто-то и не рад. Вот. Поэтому зачем вот так вот устраивать этот марафон, если люди просто как бы нервничают. Ну, не надо ничего трогать, не надо ничего накручивать. Пускай люди выполняют эти задания. В принципе, они не такие тяжелые. Да, надо сказать, что я не знаю, как будет дальше. Пока опять я выполнил задание, не знаю. Если в принципе, смотрите, если даже в принципе эти задания, там, марку эту не получаешь, я так понимаю, как бы ее надо там потом покупать или что-то там. В принципе, что, расстраиваться, что ли? Там, смотрите, там танк не такой уж и такой мощный, как бы, как говорится. Там, да, там немецкий тяж, но а вот этот вот призовой 168.01, и вот. Но смотрите, там скорость маленькая, как и на вот этом ОИ, да, даже на нем выше. Он, то есть он развивает, вот смотрите сейчас, то есть 20 это самое. А если там 20, то он может быть даже 20 не будет, будет еле тащиться. Не знаю, какой там. Я думаю, что он будет не очень. Как он будет фармить, думаю, ну, тоже относительно так, тут тоже немного, как бы. Поэтому не знаю, я вот, честно говоря, сильно не расстроюсь, если я его не получу или это самое. Ну, пока 5 все выполнил, да. Не знаю, если следующие задания будут проще, то или они будут, наоборот, тяжелее, то, конечно, будет тяжело выполнить. Если проще, то
выполню. Если легче, то если то есть тяжелее, то можно и не выполнить. Потому что я говорю, что там могут что-нибудь сделать такое, вот какое-нибудь с подковыркой там задание, что. В принципе, я на канале на одном смотрел. Там уже разложено, что вот какие будут там задания. Ну, они не такие, конечно, там сложные, если они действительно вот эти задания останутся, то это будет не так тяжело. Но по заданиям, да, надо сказать, что, конечно, вот накручена сложность, то есть. Если не на прем-аккаунте, если не на этом, то тяжело их выполнять. Некомфортно становится выполнять. Вот, потому что много там сливов, много идет каких-то там вообще каких-то там, ну, просто нереальных там. И как бы, ну, поражение. И вот снаряд летит, опять же, и не пробитие. У меня было на Шкоде 3 непробития. Такого вообще редко когда было. Но вот я сколько играл, у меня там на аккаунте, не знаю, уже почти к 1000 боев на Шкоде на 9 уровне. Ну, блин, 3 непробития на этом вообще, это конечно, вообще редкость. Или 3, вот, 3 попадания. То есть, как бы, и довольно-таки точно, она точно стреляет, но такого это еще, конечно, надо посмотреть, надо. Причем это было не один раз, если бы это было один раз, то ладно, а то это было вот несколько раз. Причем, что самое было обидно, когда я на Шкоде выполнял 850 опыта, и получается, что у меня было, вот представляете, 850, да, надо было сделать, а у меня два боя 849, два боя подряд я сделал, и на 849, в одном бою, как получилось, что я сделал 849, убив 5 фрагов, и мне дали всего лишь 849 опыта, да, больше всех я сделал там 5 фрагов, ну да, там мало по урону было, но извините меня, на один они могли, блин, за 5 фрагов. Ладно, фиг с ним. Второй бой сделал, тоже победили, тоже сделал по 3200 урона, и тоже 849. Вот, потом, значит, в конце я все-таки сделал, выполнил тоже на Шкоде, и сделал уже 3800 урона, 870 мне дали по чистому опыту. Вот. А так просто обидно, что два таких нереальных боя. Причем один бой я точно сам затащил, потому что я там 5 фрагов сделал. От меня там многое что зависело. И, блин, и сдали так мало опыта, я не знаю. То есть что-то урезано, что-то порезано. Я говорю, и здесь подрезано, и там урезано, и стрельба порезана, и я не знаю, скорость этих вот. Скорость, они еле тащатся, эти танки. Я не знаю, чтоб взять прем-танки, играл я и пробовал, что и так, что так. Не знаю, на прем-аккаунте, может быть, будет легче, не знаю. Кстати, насчет прем-аккаунта вышла там какая-то, ну, скидка. То есть там до 50-60% скидки на прем-аккаунт. Ну, может быть, я возьму, потому что там, ну ладно, 200 рублей. Ну, как бы не жалко, с одной стороны. С другой стороны, как бы получается бесплатно практически там дается, ну, прем-аккаунт. Поэтому можно там вот эти вот последние дни поуполнять и как бы заслужить этот танк. Я говорю, что, не знаю, 8 уровня все-таки прем, но если даже не возьму, то не расстроюсь сильно, потому что танков куча в ангаре, половину сам думаю продавать, там не держусь за них. Вот этот танк, конечно, я не продаю, потому что он такой фановый имбовый танк. Вот, то есть приносит много фана, то есть с одного выстрела можно
уничтожить врага. Ну вот самая развязка сейчас вот в самом конце, я вот всю карту проехал, да, вот вы видели, да. Вот. Сейчас самая будет развязка вот здесь. Сейчас останусь я, получается, один против двоих. Следующий тоже буду марафон там рассказывать, показывать по марафону буду говорить. Это будет первая часть. Буду во второй части там тоже, что выполнил, что не выполнил. Если не выполню, скажу. Если выполню, тоже скажу. Вот. Поэтому пока 5 заданий выполнил без читов, без премов, без голды. Играя на обычных танках. Да, там вот... где-то там играл я на прем-танках, где-то играл я на обычных танках. Ну, все выполнил. Вот сейчас смотрите. Вот так вот по арте стреляю. Вот. Тем самым... убиваю эту арту. Сейчас останется ОИ, но он, у него будет ХП 100%. Так что... подписывайтесь на канал Стас Кобальт. С вами канал Стас Кобальт. Играю без читов, без всяких накруток, без доп-пайков. Вот, так что подписывайтесь, ищите меня на YouTube. Все видео, в принципе, у меня такие записаны. С моими неплохими боями. На любой технике, на разных уровнях. Ну, в основном на имбовых танках, на тех, которые мне нравятся. Вот, в конце будет, что я по ИСУ третьему взял мастера. Ну, вот. А в следующем буду говорить по объекту 257-му. Вот, тоже новый советский танк. Тоже имба, как говорится. Ну, сейчас смотрите, как я как бы сыграю. Не стал я на захват... делать захват. Хочу найти, не знаю, сколько у него там процентов. Я не знаю, сколько у него было ХП. Думал, у него чуть-чуть ХП. На самом деле у него 100% ХП. Вот. И вот случайно я его сейчас вот замечу вот здесь вот с краю. Вот видите. Он, видимо, думал, что я на базу встану. Уже готовился к базе подъезжать. Вот. В этих моментах, смотрите, когда один на один остаетесь, у меня часто такое тоже бывает. Один или на один, или в следующий бой я останусь один против троих. Или даже четверых. Тоже там буду тащить. Надо просто как бы быть таким немного хладнокровным, поэтому... не волноваться и не переживать. Ну, не попадете, не попадете, сольетесь, сольетесь, как бы волнение надо как бы убирать и действовать хладнокровно более. А сейчас смотрите, он в меня тоже, да, выстрелит. Но я его заберу сейчас. Все, забрал. Ну, вот такой бой. Так что по марафону буду говорить обязательно. Вот. И по секретам, наверное, тоже в следующее видео. С секретом World of Tanks буду говорить тоже в следующем видео. Так что все, заходите на канал, подписывайтесь.